Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать аниме в шпагате. Рисуем сейчас небольшой наброски. Только аниме будет не в шпагате сидеть, а аниме будет в шпагате в прыжке. Шпагат в прыжке будет. Такой мы набросок сделали, теперь будем прорисовывать. Сначала прорисуем его лицо, сделаем брови. Рисуем глаза. Теперь будем рисовать волосы. Здесь мы нарисуем ухо. Такая вот прическа у меня получилась. Теперь прорисовываем ему футболку. Так он и на будет идти. Это ворот у него будет. Здесь у него пойдут вот такие рукава. Как они закипаются. Так получается. Здесь вот так идет футболка. Ее от ветра раздувает.
Есть еще рот мы ему дорисовываем. Такие вот складки. А футболки рисуем. Вторую руку дорисовываем. Чтоб почетче видно ее было. Так вот. Теперь вот здесь вот ему прорисовываем шорты, которых он одет. И стираем линии ненужные. Такие шорты получились. И осталось нам прорисовать сам ноги в шпагате, в прыжке. И здесь теперь также рисуем. И разукрашиваем теперь. Теперь разукрашиваем лицо сначала желтым красим. И руки тоже красим желтым. Также ноги мы красим желтым. И теперь красим оранжевым. Теперь носки я рисую желтого цвета, такие, это типа чешек, гимнастки от чешков занимаются. Ну, на ней надеты носки. И рисуем гольфы, зеленым цветом они будут, а полоски у нас будут синего цвета. Теперь рисуем волосы. Волосы у нас будут красного цвета. Теперь рисуем футболку. Ворот у нее будет розового цвета. А футболка будет желтого цвета. И осталось нарисовать только шорты, которые у нас будут розового цвета. Вот такое у нас аниме «Шпагат в прыжке» получился.